Друзья, приветствую! Сегодня находимся в Димитровском районе. Будем ставить систему SRS Ray Control на Искат погрузчик 115 Холм 2008 года выпуска. В принципе, визуально выглядит достойная техника. Также будем снимать колесо, демонтировать и устанавливать систему. Потом покажем систему в работе. Ну, неоднократно уже показывал. Ну, все это дело начинается, конечно, с термоса, с чайку попьем и в бой. Все меня спрашивают: Володя, а сколько масла вытекает, когда врезаешься в систему? Ну, вот показываю, ну, сколько здесь литр, наверное. Это в трех точках мы врезаемся. Все, система установлена, готова к работе. Все стоит красиво, штатно, надежно на хомутах. Сейчас будем ставить колесо и ездить, если дождя не будет, пробовать. Давай. Оп. А сейчас выключи, выключи. Видишь, сразу разница. Прыгай. Включи. Здесь проедь. Не прыгает уже здесь, даже на месте. Песок у вас здесь летает. Не, на второй не. Да уже видно, что он не прыгает, что тут. Там масло, Львович. На очках. Там масло было даже через очки в мой глаз. Блядь. Ну они вот. Когда ты последний раз их смазал? Ты знаешь, как давно. Где-то, блядь, два раза в неделю у меня. Как зовут его, Львович? Красивый. Пёс? Мордастый пёс. Просто мордастый пёс. Кто? Очки. А были жирные, да? Видишь, ковш? Вот, отрыгивает ковш. Уже видишь, мягкая ковша идет. А вы его будете на нас. Да, черпанит песок. Сейчас посмотрим с песком, как будет система отрабатывать. С ковшом данная система, друзья, можно. С груженным ковшом, друзья, песок, шиберночку, данную систему можно использовать. Можно, даже нужно. Я за это ручаюсь. Если происходит какая-то поломка, я за это отвечаю. Поэтому... С грузом вот с таким без проблем можно перевозить. Вот посмотрите, как ковш будет играть. Не успел он разогнаться до той скорости. Ну,
Но именно с данной системой, которую я вам отправлю. Не который у вас стоит на экскаватор там с мембранным энергоаккумулятор. Нет, нет, ни в коем случае. Только с данной системой. За другие системы я не ручаюсь, только за свою лично. Давай я проеду. Он боится ехать. Давай я круг сделаю. Но с грузом проехал, мягко уже идет, да? Ручник работает?
регулируешь от гидравлику. Это какие обороты? 1200, а ну? Вот, на 1200. Как работает гидравлика исправно. Шустрее, да? И закрывается быстрее. Поворот. Заглуши.